Я забил, короче, вашу КВС, я на доп-канал. Вы можете не перелезть, поэтому попробуйте еще раз. Через север заходим и плывем туда. Как? Да, водичка. Туда, на север или что? Ну не знаю, я бы вот. Я советую так. Лично мое мнение. По стрелочке моей зеленой. Не вижу, не вижу, еще раз, дай. Групповой. А, вижу, вижу, да, давайте так. Ну, пацаны, ну реально, мы выйдем там, да, на севере, да, через весь лес в пятером, шестером. Давай, давайте соберемся все вместе, стой. Да первый водичку тот. Блять, молодец, а кто последний? Тот дурак, купался. К камням подходите все. Бежим, да, 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 сначала линии бегите все. Сейчас его не видно. Ну все, поплыли. Все, я в 100 метрах от своего выхода, я жду. Давайте быстрее. Я, наверное, ответить могу, потому что я с 4-го стрелкового на коричневый распределяемся и, ну, и с нее поплывем все вместе, чтобы уже потом нет, около берега не останавливаться. То есть с нее поплывем и всплываем. Вот, на уровне красной линии распределяйтесь быстрее туда и давайте оттуда будем. Кто не занял? Тюльпан еще не занял? Да все, вот так нормально там, нормально стоим. Сидим на местах. Все. Ну погнали. Все, выходим. Смотри сразу на юго-восток. Ячейка. Босс. Вижу веточек. Лес. Ровно восток. У меня сверху! У меня сверху чмо! Убил его, Проблинс, убил. Проблинс жив? Да. Убил его. Вижу еще одного. Дальше. Сука, с двух сторон обстреливаю.
меня пишет. Откуда нет? Вижу, один убегает, чмо. Квеста убили. Алло? Еще один за камнем, проблем с у тебя. Самолет вот этим или дальше? Да хуй знает, он только что стрелял. Кот живой? Перекличку. User in the channel timed out. Тюльпан, все трупы, я один, у нас еще. Ты где? Сейчас, 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 я вышел на самый юг. У нас на черной линии самый южный враг. Понял? Понял. Там камень такой, вон он стоит в середине. Самый высокий камень такой большой. Да, который возле воды. Вот он за ним. Понял. С северной стороны. Там как поспрятаться есть, вот он там сейчас. А где ты вообще метку поставь на себя? Сейчас. Вот он южнее на... Там на краю леса моя метка синяя, тоже где-то уж. Там один убежал. По-моему, у него попал, но он там спрятался. Да-да-да, я работаю, тихо. Еще. На севере тоже враг у нас. Thank you.
Живой? Да. Камень. Ориентир камень в середине смерть. Я тебя видел. А он с какой стороны был? За тобой или за? Север. Восток. Это ты кидаешь или? Да. Я. Не вижу. А, вижу. Он дроп, он дроп. Я убил его, да-да-да. Гранат где его? Хе. Блин. Ты убил того бед еще? Не, на севере один. Ага, один еще на восток. Понял. Вот он ХП, слышишь? Да. Ты живой? Нет. В смысле, не вижу. Живой? Это минус. Убежал. Сука, у меня автомат говорит. Слушай, тот дебил живой. Да-да-да. Уползает там, прикинь. О, видишь, это разер обзвич. Подожди, у меня тут пех без формы на юго-востоке. У нас враг на юге. Он в голову два раза попал. Ой. Убил. Тот, по кому ХП шел, понял нас? Да. Я буду пасти, который в камнях сидит, он еще живой. Какой, на юге? Да. Так я его убил. В группе камней. А чего он, который без формы бегал, только что он там на камне. А, значит, и другой. У нас далеко два пеха на юго. Видел. Где дальний? Ты видишь дальний? Нам дальний надо. Вообще такая торба. Я пулемет вижу. Скотт где-то видишь? Да, Скотт выходил. Скотт выходил севернее всех, да? Ну да, он выходил на первое. Минус. Еще одного вижу. Там, там где ХП. Слышишь? Я с одного метра упал, меня поранило всего, конечно. Всего? Завяжись, как... Я не жалуюсь, ушиб ноги просто. Там петучи, короче, надо еще 100 съем. Зацени. Там еще кто-то бежал, еще бежит один. На востоке, убегает.
Он бежит в лес на юг, понял? Забей, хрен с ним. Я сейчас его сниму просто. На юг это в мою сторону. Ну он от нас на востоке. От меня. От моей метки, он ровно на востоке. Но он бежал по этому лесу на юг, туда куда-то. Ну короче, он на лес поправо, направо бежал по лесу. Я говорю, что это в мою сторону. Так, я сейчас мечусь посмотреть, что у нас там в сейфе. Угу, вижу тебя. User in your channel time. Это по мне? Походу. Ах ты сука. Что-то далеко, издалека. Да-да, это два дебит. По-моему, не по тебе, а по мне, по мне, по мне, по мне. По мне. Я ж слышал, так разрывал. Надо как-то Петру сказать, что он сейчас выезжает прям на пеха. Блин, из воды сейчас выйдет на пеха он. Ну ладно, тот может побежать, я его сниму. Еще одного вижу. На меня, от меня ровно на востоке, в первых елках, хотя это северо-восток где-то. Но я вижу ноги его, я хочу, чтобы он вышел. Это я по нему стрелял тоже этим. Я его ранил тоже, может убить. Ты можешь пострелять, понял? Не, то раненого я убил, там ноги. Бэттер, по-моему, убили, или нет? А Бэттер стреляет, тут косеныш, без формы. Видел, где разрыв волка, башки слышал, вот примерно. Он сейчас убивает, наоборот. А все там офлин. Давай пока еще так посидим, потому что северные те что-то будут сделать по-любому. Ой, я место нашел, откуда контролить. У меня бежит вот в лесу, по-моему. Ты в лесу уже? Нет, сейчас вижу. Я не могу понять, он меня видит или нет. От меня на 40. Понял. Глубоко. Ну, где-то в третий ее. Блин, у меня есть лес густой. Тогда посмотри мой север с воды. Смотрю. Мне с воды неудобно, я на ком. Ну, сейчас он у меня выйдет на позицию, он движется в твою сторону чуть-чуть. Лес. Я видел. Он бежит, да? Он? Бежит, бежит, бежит. Пока не щелкаю, сейчас вместе позицию займет. Стингер, стингер! Я вижу его, я вижу его. Сейчас. Это у меня есть стингер, это другой. Я мог стрелять. Бля, а что ты не можешь убивать, своего убивай. У меня другой. Чудак со стингером. Мой с ДВшкой идет в твою сторону. Вдоль леса. Я своего потерял. Надо было стрелять тогда, я тебя послушаю. Да, и это другой бег. Вижу своего. Вижу. Тебя под елкой? Сейчас, сейчас. Нет. У меня под елкой ноги. Вот сейчас туда-сюда елозит. Я ждал.
момента нет. Живой? Да. Это ты стрелял только что? Нет. Ну, почему побежал? Их двое! Лутают, лутают, лутают того. Вижу одного еще. У трупа? Твою мать, камень! Смотри на север, бро. Смотрю. Все чисто? Да что за бэттер едет? Да, связь свои. Найти. Мой системный робот. Убегает? Да. Сука. Ну, зачем? Сука. Меня слышно? Да. О, наконец-то. А кто говорит? Да давайте быстрее, мы тут держим. Опа, пра. Бэттер, Бэттер, посмотри, у тебя там на северо-востоке в лесочке. Не слушайте этого. Это Броклин. Это свои. Что, серьезно? Дебил? Заметку на нас поставлю, мы тут держим. Видишь метку мою? Да, вижу тебя, Броклин. Мы там вдвоем держим, держим. У нас на севере враг и на востоке в лесу отстреливают. Пехота, бегом, соберитесь все в один кулак и сходите лес в сторону триггера. Алло, ты тут? Подбери смычок с трупом по возможности еще. У меня три. Бать, один в... Лутай! Живой? Да. Пошли мне на воду на север. Наши уже тут прям рядом. Больше никого, кроме нас. Мычки только у нас, пошли. Ну пошли. Сейчас, подожди. С севера возвращайся. Еще сняла, давай. Идут с севера, да? Да-да-да, идут. Они отходят. Слышь, надо переодеться, а ты или нет? Или так идем? А, ты уже переоделся? Ну, я все равно разгрузку делал. Не буду, чтобы тебя свои закидали. Ты тут? Я иду к тебе. Ты меня видишь? Я не знаю где ты, я в любую твою старую позицию. Ну, я тебя вижу, например. Один.
Где ты? Без ног оставили, тварь. А где ты? На метке своей синей. На метке своей синей? Ого. А какого хрена вообще меня гранаты кинули, а? Ну зачем? А кто-кто свои? Походу. Болище. Сейчас я всех на КВ. На ДВ выйду. Что там триггер? Мы берем уже, нет? Мы берем триггер? Точка посадки. Берем, мы уже тут пробуем. Все, мы подходим, мы подходим. Нужен мой триггер. Мы бежим с маячками. Где? Дайте нам. Проходите в триггер, мы тут все... С какой стороны вы? Где чип безопасно? Безопасно где? С юга. На западе противник только что убил. Принято. Алло, слышишь? Да. Сказали с юга заходить, там безопасно. Маячки надо принести, просим. Ну иди, я без ног. Так, я тогда выйду на их медальник, хорошо? Все. Поздравляю всех.